Современная интерпретация уникального азербайджанского памятника древнего наскального искусства «Гобустан». В Баку открылась выставка «Лицом к лицу» в рамках проекта «Реинкарнация-5». На этот раз темой проекта стал загадочный Гобустан с его завораживающими изображениями людей и животных. В мероприятии, организованном Гобустанским национальным историко-художественным заповедником при поддержке Союза художников Азербайджана и Музейного центра, приняли участие общественные деятели, деятели искусства и культуры. Выступивший на открытии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что цель проекта «Реинкарнация-5» заключается в пропаганде культурного наследия Гобустана, а также формировании интереса у представителей искусства к данной теме. Произведения, отличающиеся своим необычным стилем и яркими красками, вызвали большой интерес у публики. Реинкарнация, почему мы работаем группой вместе с музеями? То есть мы берем какой-то экспонат с музея и делаем на этот экспонат свою версию, то есть новую версию, интерпретацию. На этот экспонат глазами современного художника. Мы берем какой-то классический экспонат, это может быть и картина, это может быть гобустановские рисунки, и делаем ему реинкарнацию, то есть даем второй жизнь. То есть показываем свой взгляд, добавляем свой взгляд, передаем свою философию. Проект «Реинкарнация», ставший уже некой традицией, проводился и в других музеях города, вызывая большой интерес как у специалистов, так и у любителей искусства. Как отмечают авторы, он открывает новую страницу в истории деятельности музеев и творчестве художников. Авторы работ, где совмещены многовековая история и быстротечный современный мир, обещают, что проект «Реинкарнация» получит свое продолжение в течение этого года. У нас большие планы. Здесь мы представляем работы, в которых каждый участник проекта показывает свое видение мира, философию, обратившись к истории, национальному духу Гобустана, совместив все это с современными стилями. Это и различные инсталляции, картины, графический жанр и жанр скульптур. В экспозицию выставки «Лицом к лицу» вошло более 40 оригинальных работ, выполненных в разных жанрах и направлениях 8 художниками. Среди экспонируемых работ – художественные произведения, скульптура, керамика, видеоинсталляция. Эльнара Алиева, Элькин Мехтиев, CBC.